Это, да, целесообразно СРТ, потому что он, в общем-то, по большому счету для любого фототипа. Его можно применять и летом, и на молодую кожу, то есть просто как для освежения тона лица. Поэтому, но единственное, что даже его нужно хорошо с предпилинговой и тем более с постпилинговым уходом. То есть все, что мы с вами оговаривали, вот что касается летних пилингов, мы это все применяем на темной коже очень аккуратно и в любое время. Ну вот. И затем мы закрываем все это еще и СПФ-очкой. СПФ. С СПФ. Кремом с СПФ. Потому что пилинг был. Естественно, активность солнца высокая. Резвилайф, да, нет, мы будем, ну, резвилайф с СПФ, да. Не обычный резвилайф, который мы назначаем в постпилинговый период, а с СПФ 50. Здесь содержатся минеральные фотопротекторы. Да, это физические факторы, да. Да, да. Вас тоже потом закроем. До 12 часов лицо не трогаем, потому что тут мы тем более прокололи его. Не наносим никакой косметики, ничего. Затем. Просто водой потом, да? Да, после 12 часов все, мы ведем образ жизни обычный, умываемся водой, как обычно. Единственное, что вытираемся, не трем лицо, потому что все-таки был пилинг, да, все промакиваем. Хотя на Джесснере, вот мы здесь делаем это уже второй раз, Джесснер не было никакого шелушения.